сейчас уберу. Поставить, чтобы видно было лицо или нет. Да вот так поставлю. Даем. Сейчас. Я просто болен, поэтому я ставлю здесь съемку зачем-то. Потому что я болен. Разве это не видно? Капец. Сюда тоже не вариант. Сюда вариант. Ладно, начинаем рисовать. Сейчас найду, чем рисовать. Обычной ручкой. Тут еще есть всякие карандаши, всякая хрень, которая неизвестна, если пишет или нет. Вот кораблик за холмом. Здесь деревья будут. Рисую из воображения фактически. Не очень-то видно, да? Ну-ка, если вот так поставить. Тоже хреново. Зачем мою рожу видеть, как я рисую, а? Скажите. Затягивается вот. Так будет видно. Главное, чтобы здесь было видно. Здесь вроде видно. Темнеет. Рисую дерево. I'm alone. I'm. Forever sadly. Здесь дилемма. Вот здесь крыша дома. Она должна не соприкасаться, то есть она должна, здесь должна быть что-то. Сделаю, короче, просто примитивно вот так. Кстати, надо подложить что-нибудь под низ, чтобы было мягче. Тут у меня куча листков, модель мира, пейзажи, корабль. Скоро закончится это. Скоро уже темно будет. Смотри, не нравится? Не нравится, не интересно, да? Ладно. Лабард радуется жизни. Прорисую его ручки более. А может, я испорчу только этим. А здесь руки у него крепкие. Разучился рисовать. В детстве то лучше рисовал, блин, людей в комиксах. Лабард. Круглолицый. Радуется. Щеки такие у него еще. Радуется жизни, Лабард.
пояс, но... Штанишки, лопарки. Прорисую. Обувь, лопарки, прорисую. Крутая обувь. Блин, он на скинхеда какого-то стал похож. Или на военного. Лучше бы оставил ножки, как есть у него. Лапарт. Фермер Лапарт. С какого черта они живут в каком-то сарае, блин? Здесь рабочие таскают мешки. Какая-то фигня выходит, блин. Как первоклассник рисую, блин. Мешки таскают, гнут спину, лабард радуется жизни, буржуй. Прорисую хотя бы им хоть немножко объем обуви. Короче, это детский сад какой-то получается. Без натуры перед глазами просто рисую. Здесь я не знаю, что открыть. Здесь я хотел орков всяких. Я тут дофига орков накачал. Чего здесь открыть такого? Она еще подвисает. Ладно, открою вот эту хрень. Которая ничего мне не даст. Мод. Это тоже быстрее прорисовывать, а то темно. Да, торопиться некуда. Мешок, короче, не знаю, что там написать на нем и изобразить. Здесь он в руке тащит мешок. Это как комикс какой-то получается. Здесь должна быть тень. Легкая. Один там возразил. Не умеет рисовать, потому что солнце освещается с одной стороны, а тень с другой. А ты не думал, что я два солнца рисую? Вот, вот солнце. И вот солнце. Как тебе такое? Таскают мешки с этим, ну, с урожаем, с пшеном или с чем там.
Вообще-то у них должны быть какие-то косынки на головах, блин. Я-то работал в саду, я знаю. Что должно быть. У них ни хрена нет. Господи. Если у тебя хотя бы отец и мать, они вместе живут, то это значит, что уже ты, у тебя больше шансов в жизни, чем когда они разведены. Мне так кажется. Устойчивость в жизни есть какая-то. Короче, вот мешок с чем-то. Хрен знает с чем. Видно, что это голова чувака. Рука его. По-моему, у них, по-моему, слишком короткие ножки. Да. Слишком короткие. Здесь чел работает в саду. Сейчас посмотрю, записывать, нет? Да, записывает. Я просто в саду работал, я знаю, там по-другому устроено, ну, чем в игре. Много чего по-другому. Короче, у него здесь такие шлепки. Но я не умею их прорисовывать. В детстве я умел хорошо рисовать. Шлепки там, такие вот, ручкой. Я даже не смотрю в компьютер, потому что там не на что смотреть. Когда буду прорисовывать дома, может, посмотрю. Слишком короткая эта граблка. Бороздки он должен скапывать здесь. Лицо, глаза. Здесь, по идее, должны быть либо волосы, либо косынка какая-то надета. Хрен знает. На жаре работает. Больше похож на скелета какого-то, черт возьми. Хрень получается вместо чувака, который работает граблей в саду. Пояс у него тоже. Бороздки здесь он скапывает.
Граблить можно много чего делать в огороде. В огороде всегда есть грядки, черт возьми, почему нету грядок в готике во второй? Где растет какая-нибудь хрень? Почему нету? Потому что они поленились сделать. Они обобщили. Ну и нормально, все равно красиво, главное атмосфера. Грядка должна быть. Такой вот штукой огорожденной. Не знаю, они работали в саду или у них там по-другому все устроено. Это искусство, с другой стороны, не садоводчество. Грядка вот такой вот хренью может быть огорождена. Пройдет 3 года, 30 лет, я буду так же разговаривать с собой, рисовать, если меня не убьют или не сдохну. Вот это офигенная жизнь. Они скажут. У него было дофига друзей, дофига подруг. Смотрите, как он много говорил. Не поехавши ли вы после этого? Нет. Нормально. Здесь камешки могут быть. Я просто своевольничаю, прорисовываю так, как у меня. Так как я вижу в реальной жизни, в саду. Всякие сорнячки растут. Всякие камешки там. Блин, получается сорнячки прорисовать. Камешки здесь. Короче, вот идет это. Она идет вот так. Грядка. Член какой-то похожий получились цветочек. Как-то вот так вот выглядит грядка на самом деле, а здесь повсюду сорнячки растут, которые нужно пропалывать. И в грядках тоже сорнячки растут. Только здесь у них текстурок нет на это. Что ли нарисую?
сарайку. Чуть прорисовал, слишком темно лучше. Сейчас. А еще можно немного порисовать. Деревья. Так, здесь надо. Больше не могу. Я не могу попасть в этот мир. Я больше не могу. Попасть в этот мир. Я больше не могу. Попасть в этот мир.
Смотрим, за сколько флок. Ну, хотя я не так уж и долго принимаю флоксетин, так что синдром отмены там. Я не смогу вам сказать опыт. Синдром отмены флоксетина. Это нужно год употреблять флоксетин, чтобы сказать потом про синдром отмены. Больше стало похоже на трубу самого города. Темно. Не, еще свет. Свет есть. Короче, зачем я открыл эту картинку? Если я рисую просто. Тут же нету елок. Где? Может, тут есть? Может, тут хоть одна? Нет. Нет, нет, нет. Ничего нет. Бушмак. Вот здесь есть хоть природа, готики второе.